Я Оля Кожура, студентка первого курса магистратуры факультета истории искусств Европейского университета. Я занимаюсь сравнительным изучением искусства 20 века. Мне интересно, как взаимодействуют различные изобразительные тенденции. Чем китайский плакат отличается от немецкого или советского? Или, может быть, есть что-то общее в неофициальном искусстве КНР и СССР? В Европейском университете учат смотреть на проблему шире, анализировать социальные и поэтические предпосылки и понимать произведение искусства в его историческом контексте. Университет – это я!